«Один день из жизни цесаревича Николая» — новый VR-фильм представили в Иркутском художественном музее. Это документальное игровое кино в формате виртуальной реальности с обзором в 360 градусов. По сюжету цесаревич Николай приезжает в Иркутск, где его встречает глава города Владимир Платонович Сукачев. Герои проходят по локациям, знакомым каждому иркутянину. Художественный музей, усадьба Сукачева, Белый дом и другие места. У ленты необычный формат просмотра, зритель полностью погружается в другую реальность. Это дает возможность узнать больше об иркутской истории и личности, которые ее создавали. Фильм мне, естественно, понравился, потому что это, ну, у нас в Иркутске, наверное, такого еще никто не снимал. Это новейшая, новая технология. Но я советую всем посмотреть этот фильм, это интересно. В легкой такой манере рассказывается история города. Ну, я думаю, что это многим понравится. Я бы еще раз посмотрел, привел бы сюда сына. Было бы интересно.